Белое ТВ рассказывает об итогах недели. Самые интересные и важные события с понедельника по пятницу прямо сейчас. В студии Алла Есина. Здравствуйте. Эта неделя ознаменовалась несколькими громкими судебными заседаниями и в Одессе, и в столице. Некоторые слушания были лишь продолжением давно затянувшихся процессов. Другие поставили точку в громких делах. Но обо всем по порядку. В Киеве обнародована первая серия доказательств госизмены Януковича. Прокуратура предоставила ряд фактов, подтверждающих просьбу экс-президента Украины к Владимиру Путину о введении в Крым российских войск. Подробнее далее. К третьему заседанию новый адвокат Януковича Виталий Мишечек осилил, наконец, 51 том дела. Суд приступил к рассмотрению доказательной базы. Посягання на територіальну цілісність України та державній зраді є саме звернення до президента Російської Федерації для використання військ цієї держави проти власного народу. Суд рассмотрел 7 фактов, подтверждающих, что 1 марта 2014 года Янукович официально обратился к президенту России Путину с просьбой ввести российские войска в Крым. Среди доказательств и протокол обзора сайта российского президента, и просмотр видеозаписи заседания Совета Федерации, и многое другое. Комитет единогласно решил рекомендовать Палате дать согласие президенту Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до стабилизации общественно-политической обстановки. Все доказательства, предоставленные прокуратурой, госзащитник Януковича Виталий Мишечек называл неприемлемыми. У багатьох цих протоколів немає підпису, в додатках до цих протоколів немає підпису, немає належним чином упакування. Докази настільки беззаперечні та цілком доводять винуватість Януковича, це на думку сторони обвинувачення, що захисник більш нічого не може сказати, окрім додатків і своїх заперечень щодо тільки додатків, але він навіть не звертає уваги на протоколи оглядів та речові докази. В течение 5 часов суд рассмотрел первый блок доказательной базы. Следующее заседание запланировано на 17 августа. Роман Семенов, Лилия Приль, Максим Кондратенко, Думская ТВ. Дело православных казаков продолжают рассматривать в Малиновском районном суде. В четверг показания давал потерпевший нардеп Алексей Гончаренко. Подозреваемые планировали создание так называемой Одесской Народной Республики, убийство Гончаренко и гражданских активистов. Изменить порядок рассмотрения дела, чтобы допросить потерпевшего. С такого ходатайства от прокурора началось заседание по делу православных казаков. Депутаты Гончаренко к данному судовому заседанию якости потерпевшего. Четырех ветеранов Афганистана подозревают в попытке создания так называемой ОНР нарушений границ Украины. Кроме того, подсудимые планировали покушение на жизни гражданских активистов и нардепа Алексея Гончаренко. В ходе допроса последний заявил, готов простить попытку покушения, но не дестабилизацию ситуации в Украине. Что касается непосредственной угрозы суверенитету и независимости Украины, я гражданину Украины, которыми являются обвиняемые, простить не могу. Православные казаки были активистами антимайдана на Куликовом поле. У подсудимых вопросов к соратнику президента не было. Лишить жизни Алексея Гончаренко, так как он не разделяет пророссийских взглядов. Такую установку получили православные казаки накануне первой годовщины трагических событий 2 мая 2014 года, уверен нардеп. За несколько месяцев до этого Гончаренко ездил в Москву, чтобы попрощаться с Борисом Немцовым. Именно тогда был задержан российской полицией. Нардеп предполагает, что это было задумано одними лицами, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Взрывы мостов, атаки на воинские части, убийство политических деятелей. А значит, фактически они готовили второй Донбасс на территории Одесской области. Последствия этого вообще непредсказуемы. По результатам работы СБУ были задержаны 7 членов организации. Некоторых уже осудили и приговорили к 5 годам лишения свободы. В этом случае речь идет только об одном покушении на жизнь Гончаренко. Всего на проукраинского политика их было 3. Кроме того, 3 марта 2014 года благодаря действиям Гончаренко удалось помешать реализации кремлевских планов по запуску донбасского сценария в Одессе. Тогда пророссийские силы пытались захватить облсовет. Гончаренко сумел сплотить депутатский корпус в сторону проукраинского
проекта решения. Ксения Терзи, Вячеслав Лашта, Батумское ТВ. Уже в пятницу двум подозреваемым в организации другого покушения на Гончаренко продлили меру пресечения. Слободяник остается под круглосуточным домашним арестом как минимум до 23 августа. А вот непосредственный исполнитель неудавшегося покушения останется за решеткой до 21 августа. Напомню, Слободяник и Кушнарев планировали похитить и покалечить, раздробить коленные чашечки и облить кислотой соратника президента Алексея Гончаренко. Предотвратила покушение Службы безопасности Украины. Мужчин также подозревают в разжигании межнациональной вражды. Очередной скандал в деле 2 мая – саботаж или непрофессионализм. Общественники заявляют о дискредитации следствия. В ходе судебного заседания выяснилось, многие протоколы оформлены с нарушениями. В частности, к документу об осмотре Афины приложены фототаблицы. Хотя, судя по приложению, фотоаппарат следователей был неисправен. Также выяснилось, что осмотр участка Греческой, где были главные бои, провели только через 2 недели после столкновений. А судебно-медицинская экспертиза пострадавших проводилась с нарушениями. Протокол дуже багато аркушів нерозбірливим почерком. Так, мы будем сейчас возражать против этого доказательства, потому что его невозможно прочитать. Отмечу, что это не единственный неожиданный поворот в судебных разбирательствах, касающихся майской трагедии. Печерский суд Киева во вторник освободил Руслана Великого, первого зама бывшего главного спасателя Одесской области Владимира Баделана. Обоих экс-спасателей подозревают в том, что во время трагических одесских событий они пренебрегли своими прямыми обязанностями. Напомню, беспорядки, которые происходили в Одессе 2 мая 2014 года, унесли жизни 48 человек. Век. 100 миллионов гривен на общественные проекты. На внеочередной сессии Горсовета депутаты внесли изменения в бюджет. Они выделили средства на реализацию проектов победителей общественного бюджета. Всего их 40, в том числе покупка маммографа для Центра здоровья молочной железы, световое шоу в Парке Победы, медпортал города, школьная форма для детей с особыми потребностями и другие. Депутаты проголосовали с завидным единодушием. В зале зарегистрировались 54 человека. Все отдали свой голос «за». За 54, против 0, лишь решение принято. Мы стремились к тому, чтобы реализовывать проекты, которые сегодня ждет город. Город ждет город, и самое главное, почувствуют люди. Не мельчить количество реализованных проектов, а сделать их более качественными. Без потерь. В Одессу из зоны проведения АТО возвратились 130 бойцов Нацгвардии. Тактическая рота выполняла задания в секторе М в Мариуполе и 2 месяца без единой боевой или санитарной потери. Несмотря на позднее время, в подразделении встречали своих побратимов торжественно, с оркестром. В ходе короткого построения отличившимся солдатам вручили грамоты и удостоверения участника боевых действий. Всех вернувшихся с войны отпустили в отпуск на 7 дней. В центре города неравнодушные прохожие спасали лошадь. Животное упало прямо посередине улицы. Ее обливали водой и пытались поднять. Кто виноват в том, что животное пострадало, выясняла Ксения Терзи. Эти кадры взорвали интернет. На улице Греческой от изнеможения упала лошадь. 2 часа одесситы, волонтеры и спасатели пытались реанимировать животное. Ольга Целинская также стала свидетелем инцидента. Поливали водой. Это обязательно. Дело в том, что я так понимаю, что этот француз, который оказывал первую помощь, он сам определил без ветеринара, что это тепловой удар. Ветеринар, который прибыл, впоследствии осматривал эту лошадь, уже когда мы лошадь сопровождали в конюшню, подтвердил, да, это тепловой удар. Полиции заявили, по данному факту внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований. Владельцу лошади грозит до 3 лет лишения свободы.
помощник конюха, пытался ее привести в чувство, применяя при этом к ней насилие в виде различных шлепков, ударов по голове, по телу лошади. На следующий день на Дерибасовской в самый солнцепек вновь стоят лошади и пони. Документов на животных, как обычно, при себе нет. Но владельцы заверяют, что за своими животными ухаживают. Мол, инцидент случился, потому что лошадь загоняли и не поили. Если было бы ее жарко, она была бы вся мокрая. Она не мокрая, то есть. Видите, то есть, когда жарко, мы идем, они потеют. Сейчас она не потная, то есть все хорошо. Покататься на пони в среднем это 50 гривен, и это всего полквартала. А вот проехаться на карете больше 1000. С вступлением в силу нового закона за негуманное отношение с животными виновному грозит вполне реальный срок – лишение свободы до 8 лет. Ксения Терзи, Виталий Прус, Думская ТВ. А вот питомцам одесского зоопарка высокая температура не страшна. Людям кондиционеры, слонам водные процедуры. В зверинце купали слониху, так ей помогают переносить жару. Душ для азиатского слона не новинка. Знают о процедуре и посетители. Некоторые приходят в зоопарк специально, чтобы стать зрителями шоу. Слониха все понимает и ведет себя артистично. Полдень в жаркий день. Для некоторых в одесском зоопарке это особый момент, который делит время на до и после. В самый солнцепек слониха не прячется в тень, потому что ждет гостей. На полдень у Венди назначены водные процедуры. Мы купаем слониху. Есть такое шоу купание. Она не просто охлаждается, она не просто получает удовольствие, она еще понимает, что на нее любуется, и она там начинает, она очень артистичная. Кондиционеров нет, бедная. Ну, в Индии тоже жарко, поэтому ей как бы нормально, я думаю. Когда мы только как бы начали, то мы пробовали еще керхером, то есть более сильная струя идет, да, ей не подошло. Поэтому подобрали такой режим, когда она согласилась, когда она показала, что она может и попить воды, и повернуться боком, ну как бы, что ей приятно для кожи. Бывает это 15 минут купается, бывает полчаса, бывает 40 минут, это все зависит от ее настроение купаться. Каждый день такая процедура у вас? Да, каждый день 12 часов. А как вы понимаете, что достаточно? Она сама вам показывает? Она сама показывает. Она начинает кидаться или плеваться водой, или кидаться грязью. Значит, она уже не хочет. Будучи слоном, как объяснить человеку, что пора завершать процедуру? Венди делает это просто. Накупавшись, она делится с окружающими грязью. Есть! Которая не позволит человеку быть искусанным назойливыми насекомыми. Иван Леонтьев, Владимир Королевец, Думская ТВ. Это были главные новости за прошедшую неделю глазами моих коллег. Уже в понедельник будет еще больше информации. Следите за эфиром и оставайтесь на Думской ТВ. С нами всегда интересно. Увидимся.